еще два великолепных экземпляра клементина. 66 клементин Орогрос. У него узкий длинный лист и очень-очень близко расположены друг к другу. Поэтому остается впечатление, что они такие как пышненькие, мохнатенькие. Привиты на макрофилу, зимовка им не нужна. Очень пышные, очень такие классные цитрусы. Два экземплярчика. Второй экземпляр. Насыщенный зеленый цвет. Много молодых побегов. Эта обрезка не наша. Показываем. Мы ничего не трогали. Так он приехал. Клементин Орогрос. Очень вкусные плоды, сладкие.